не значит, что у него совсем работы нет, да. Командует защитниками, там, передвигается. Выходит, мяч забирает. Макбали, ох, как пробежал-то по флангу, подача, Айдаров высокий, правда, роняет Сергей мяч, на добивании не оказалось Прошлякова, зато Сазонов на перехвате, передача, Прошляков, можно бить, и добивание, 2-0, Дмитрий Маркетесов. Ну, все чаще вы будете слышать эту фамилию. Ну, очень хорошо, сейчас Дима подстроился под этот вот отскок. Все началось с прорыва Тургая Макбалиева по правому флангу, когда выронил мяч Айдаров, вроде бы уже забрал, но выронил. И там дальше уже... Просто очень длинный момент получился. Нам такой длинный не покажут. Надеюсь, сейчас мы увидим вообще, что было. А может, не увидим. Гол и так был красивый. Очень обязательно. Вот, бьет Прошляков. Бросается там под мяч защитник. И в то же время, обратите внимание, там у ворот еще несколько игроков стоят. И потому Маркетесов не оказывается в офсайде. И дальше исполняет левой ногой в дальний угол. На самом деле, Дима правша.